Дорогие друзья, глубоко уважаемые коллеги, я с большой радостью приглашаю вас на первый международный конгресс «Ожирение и метаболические нарушения. Осознанная перезагрузка». Этот конгресс состоится с 5 по 7 октября в замечательном учреждении, возглавляющем всю эндокринологическую службу России, в Государственном научном центре НМИЦ эндокринологии. Вопросы ожирения занимают нас все больше и больше в последние годы, и это не случайно, потому что распространенность этого заболевания, к сожалению, возрастает с каждым годом. И не только среди взрослых, но и, что внушает самое большое опасение, среди детей случаи избыточного веса и ожирения встречаются все чаще и чаще. Именно поэтому наш первый международный конгресс призван объединить усилия в многогранную команду различных специалистов, которые должны заниматься лечением и профилактикой метаболического здоровья наших соотечественников. Конгресс международный, в нем примут участие представители европейской школы, азиатской школы. В нем примут участие наши коллеги из ближнего зарубежья, и мы обсудим те достижения, которые есть в российской науке в этом направлении. Мы приглашаем к участию специалистов-кардиологов, специалистов по питанию, специалистов по физической нагрузке. Мы приглашаем к сотрудничеству и участию в нашем конгрессе на рассмотрение очень актуальных вопросов многофункционального ведения пациентов с этой проблемой и специалистов-гастроэнтерологов, специалистов-генетиков, специалистов-психиатров, психологов, сомнологов. И, конечно же, мы идем бок о бок с терапевтами и врачами общей практики, которые встречаются с этой проблемой практически каждый день на своем посту. На конгрессе будут рассмотрены темы, связанные с осознанным управлением весом, мультидисциплинарностью и командным стилем в лечении взрослого и ребенка с ожирением, мифами и фактами о питании, персонифицированным подходом к реабилитации пациентов с ожирением, инновационными подходами в лечении и профилактике и различными инновационными тематиками. На конгрессе будут представлены и фундаментальные доклады. И я должна сказать, что целый день будет посвящен фундаментальным основам изучения ожирения. И там мы обсудим и вопросы генетики, и вопросы клеточных технологий, проблемы микробиома и его влияния на метаболическое состояние человека, межклеточные взаимодействия и аутоиммунный базис, и различные специалисты различных направлений выскажут свое мнение, и, надеюсь, мы объединим свои усилия и составим очень интересную и плодотворную программу будущей работы. Особый интерес могут вызвать дебаты экспертов, эндокринологов и хирургов, диабетологов и андрологов, панельные дискуссии с разбором клинических случаев, сессии молодых ученых и различные другие интересные формы взаимодействия. Несомненно, преимуществом конгресса является его проведение в стенах Государственного научного центра эндокринологии с возможностью ознакомиться с имеющимся в этом центре опытом и посмотреть и обсудить непосредственно практические аспекты ведения этих пациентов. Дорогие коллеги, мы приглашаем в наш дом вас с большим удовольствием и ждем вас с большой радостью.